Заявить о себе, показать, на что способны, поразить воображение зрителя. В Самаре прошел городской конкурс театров детской и молодежной моды «Самарский стиль-2024». Свои коллекции представили воспитанники ЦВР «Крылатый». Конкурс очень интересный, очень яркий. В преддверии весны всегда он приносит очень много радости и прекрасного настроения. Конкурс такой профильный, то есть это все-таки для детей, которые интересуются дизайном одежды, конструированием, стилистикой одежды. И, конечно, мы можем гордиться тем, что дети выходят от нас уже с таким взглядом на эти вещи, что зачастую очень многие выбирают себе профессию в будущем именно стилистов, именно дизайнеров. На конкурс было подано более 60 заявок. В первой части участники представили индивидуальные костюмы, во второй – коллекции театров мод. Жюри оценивало новаторство, актуальность образа, детали. Конкурс потрясающий, и в целом то, что «Крылатый» поддерживает непосредственно молодые, юные дарования в модной индустрии, это вообще круто. Уровень работ в целом очень достойный. У меня не было такого, то, что мне что-то жутко не понравилось. Все было супер хорошо, ровненько, но какие-то, конечно же, работы больше меня впечатлили. И, безусловно, дети большие-большие молодцы. Руководитель театра моды «Элегия» Олеся Элегина работает в «Крылатом» 10 лет. Недавно стала лауреатом областного этапа конкурса «Сердце отдаю детям». Рассказывает, в центре занимаются 70 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Работа ведется по двум направлениям. Сначала дети создают коллекции, а потом происходит их театрализация. Театр «Элегия» представил на конкурс две коллекции. Первая – художественная под названием «Лови меня». И вторая в номинации «Костюм реальность» называется «Побег от серых будней». Коллекции рождаются у нас в процессе обучения. Дети сами у нас приходят с своими идеями, разработками, показывают педагогу, педагог уже смотрит, подсказывает, как это сделать еще лучше, еще как-то выразительнее. И совместно с детьми и педагоги мы рождаем уже коллекцию. Победители городского этапа поборются за победу на областном конкурсе «Лабиринт мод», который пройдет в конце марта. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, «События».